Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим комплект ксеноновых ламп от компании Aladim на цоколь D4R, температура свечения 6000 кельвинов. Комплект поставляется в обычной картонной упаковке. Внутри у нас находятся две ксеноновые лампы. Лампы в защитных пластиковых колпачках, чтобы не повредились при транспортировке. Мощность ламп составляет 35 Вт. Лампы подключаются на питание 12 вольт. По виду это обычные стандартные лампы. При замене лампы нужно помнить, что голыми руками колбу трогать нельзя и менять лампу после того, как она полностью остынет, потому как нагреваются такие лампы свыше 200 градусов. Одну из ламп мы сейчас подключим на питание 12 вольт и визуально посмотрим, как она будет отсвечивать. Подключаем питание 12 вольт. Лампа загорается, в течение нескольких секунд набирает свою мощность и яркость. Как правило, ксеноновые лампы всегда очень ярко отсвечивают, поэтому обязательно после установки любого комплекта ксенона в автомобиль нужно выставлять правильно светотеневую границу, дабы не слепить других участников дорожного движения. В данном комплекте ламп у нас заявлена температура свечения 6000 кельвинов, как мы видим, слегка с голубым оттенком световой поток. При покупке на комплект ламп обязательно распространяется гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.